Торжественное открытие мемориальной доски, посвященное Несибеку Айтулы, известному поэту Казахстана и лауреату государственной премии, прошло сегодня в столице. В мероприятии приняли участие близкие и родные литератора, а также депутаты маслихата, представители интеллигенции, преподаватели вузов, гости и жители города. Напомню, выдающийся поэт внес значительный вклад в развитие национального искусства и культуры, возрождение духовной сферы. Произведения поэта получили заслуженное признание среди широкой читательской аудитории. Я думаю, сегодняшнее мероприятие внесло свой небольшой вклад в историю страны. Молодое поколение будет помнить и ценить своих предков. Выражаем благодарность всем, кто принял участие в этом торжестве.